Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, на просторах моего YouTube-канала, поддержать который вы можете не только своим лайком и комментарием, но и донатом, осуществить который вы можете по указанным реквизитам. Сегодня же я хочу рассказать вам о проекте Magic Square. Это агрегатор данных о децентрализованных приложениях, DeFi-платформах, NFT и Web3 играх. Здесь вы можете найти новые и перспективные криптопроекты, узнать, как к ним относится сообщество, а также получить подробную аналитику. Каждый проект проходит строгую проверку и оценку среди пользователей. В Magic Square добавляются только те проекты, которые прошли одобрение среди криптосообщества путем всеобщего голосования. За участие в голосованиях пользователи не только формируют площадку с перспективными проектами, но и зарабатывают на этом очки кармы, которые в дальнейшем можно обменять на USDT. Ну а об этом я расскажу вам немного позже, а пока давайте разберемся с особенностями Magic Square. Для этого давайте перейдем на платформу, а именно на официальный сайт, ссылка на который будет в описании под этим роликом. Здесь вам нужно нажать на кнопку аккаунта, чтобы пройти регистрацию. Как вы видите, проект предлагает два способа регистрации – через криптокошелек или Google почту. Для подключения через кошелек выберите Wallet Connect или же MetaMask, после чего подтвердите вход через подпись. Завершив подключение, перед вами откроется окно настройки профиля. Здесь вам нужно указать свой логин, аватар и почту. Рекомендую не пропускать этот этап, так как за верификацию почты вы получите свои первые очки кармы. Отследить свою карму вы сможете в разделе «Карма Dashboard». Для чего же нужна карма? Как я говорила в начале ролика, голосующие за проекты пользователи получают награды в виде очков кармы. Карма – это своеобразная валюта внутри платформы, которую можно обменивать на реальные деньги по достижению определенного количества очков. Таким образом, проект организовал систему поощрения своих пользователей за ежедневную активность внутри платформы. Каждый день Magic Square выделяет пул в $100, который распределяется среди всех пользователей в зависимости от количества кармы. Следовательно, чем больше активности вы проявляете, тем крупнее будет ваша награда в пуле. Минимальная сумма для обмена кармы должна быть эквивалентна $10. Ваша карма конвертируется в USDT и будет отправлена на вашу почту в виде подарочной карты Binance. Ее можно активировать внутри биржи, чтобы получить уже реальные токены. Платформа ежедневно награждает пользователей кармой буквально за каждое действие. Для ее получения вы можете голосовать за проекты, приглашать друзей, использовать горячие предложения и участвовать во многих других активностях, которые подробно описаны в белой бумаге, расположенной в разделе «Док». Что же касается горячих предложений, то они расположены в разделе «Hot Offers». Он также выделен значком пламени. Здесь перед вами откроется множество активностей и конкурсов от крупных проектов. Вы можете участвовать в каждом из них, чтобы зарабатывать не только карму, но и реальные деньги. Например, вы можете пройти KYC-верификацию на Binance, чтобы получить 50 кармы и $10. Или же завершить установку приложения Upload Exchange с совершением одной транзакции, получив взамен 50 кармы и $25. Как вы видите, за участие в подобных активностях проекты не просят от вас вложений. То же самое касается и Magic Square. Что же касается голосования, то чтобы получать награды за одобрение проектов, зайдите в свой профиль и нажмите кнопку Project Validation. Перед вами появится список всех проектов, которые находятся на стадии голосования. Чтобы отдать свой голос, нажмите Void, после чего вас отправят на страницу Snapshot, в которой вы должны будете подключить кошелек и подтвердить свой голос путем криптоподписи. Когда ваш голос будет зарегистрирован, вы получите дополнительные очки кармы и возможность голосовать в дальнейшем. Ну а теперь перейдем к еще одному интересному способу заработка, а именно к реферальной программе. Приглашая друзей в проект, вы каждый раз будете зарабатывать 10 очков кармы, а те пользователи, которых вы пригласили, будут получать по 50 кармы за регистрацию. Таким образом, рефералы получают дополнительную мотивацию зайти в проект, а вы, в свою очередь, зарабатываете с каждого такого реферала.
найти свою реферальную ссылку и статистику по рефералам вы также можете в профиле в разделе «Refer and Friends». Здесь будет представлена вся информация о рефералах, а также возможность упрощенного распространения приглашений с помощью текстовых форм, которые проект специально подготовил для вас, чтобы упростить составление привлекательного текста. Однако, помимо всего прочего, платформа также имеет еще и комиссионную программу, похожую на работу с рефералами. Как вы помните, я рассказывала вам о горячих предложениях, в которых можно выполнять активности для получения кармы. Дело в том, что активности можете выполнять не только вы, но и привлеченные вами пользователи, за что вы также будете получать дополнительную карму. Программа называется Magic Boots. Она расположена в панели слева. Для ее запуска вам вновь потребуется подключить свой криптокошелек, после чего перед вами откроется список актуальных активностей, в которые вы можете приглашать людей. Выбрав нужную активность, перед вами откроется список возможностей. Здесь можно скопировать ссылку активности, посмотреть ее внешний вид, узнать сведения об активности, а также воспользоваться продвижением в один клик. Данное продвижение похоже на то, что было в реферальной системе. Однако здесь проект также позаботился о вас и подготовил интересные посты, которые сразу заинтересуют привлекательных людей. Когда люди будут переходить по вашей ссылке и выполнять активности, вы будете зарабатывать комиссию в карме, которая отображается на балансе Magic Boots. Как вы понимаете, это далеко не все функции, которые имеет данный проект. Изучить их более подробно вы, конечно же, сможете уже и самостоятельно, перейти по ссылке, указанной в описании. Кстати, в их соцсетях также проходят различного рода активности и конкурсы, поучаствовать в которых вы можете уже прямо сейчас. Так, например, одним из актуальных конкурсов на данный момент является квест Magic Square на платформе Zillay. Квест выполнен таким образом, что за завершение каждого задания вы будете получать баллы, за которые положена награда. Чем больше баллов получает пользователь, тем более крупный подарок он получит в конце этого квеста. Задания здесь довольно простые и подойдут каждому. Обязательно принимайте участие в данном квесте, чтобы не пропустить прибыльные награды. Ссылка на сайт с квестами также будет в описании под этим видео, и я рекомендую вам начать именно с них уже прямо сейчас. Ну а я в завершении своего видеообзора, как всегда, хочу поблагодарить вас за внимание и пожелать вам хорошего дня, удачи и до скорого!